Чтобы рассказать какую-то историю большому количеству людей, у вас было всего несколько путей. Это газета, журнал, радио, телевидение. Или еще раньше это был глашатай, который выходит на площадь и орет: «Внимание, внимание, мы сейчас всех казним». Итак, проходит 15-20 лет, и внезапно каждый из нас может рассказать всему миру любую историю. Если эта история хорошо рассказана, если она попадает в аудиторию, если у нее грамотно выбранный формат, то, пожалуйста, новостные сайты, Facebook, Twitter, Instagram, блоги, интернет-радио, Reddit, что угодно. Журналистика утратила монополию на поставку информации большим массам людей. Для меня это беда, потому что я журналист, и что же вы творите, но ладно. На данной инфографике представлен рынок интернет-СМИ Украины, как мне кажется. Дело в том, что у нас довольно много сайтов, и все они на пользователей кричат. Сайты в основном живут за счет трафика. Чем больше трафика, тем лучше. Соответственно, нам нужно каким-то образом привлекать к себе читателей. Как это делать, если вокруг еще сотня таких же сайтов, которые говорят примерно то же самое? Вот я утром прогуглил просто наугад слово «Порошенко» и нажал «Новости». И мне выдало, сейчас, мне самое интересное, я не помню, что-то 7 миллионов с чем-то новостей про Порошенко. Понятно, что не все из них сегодняшние, не все из них новости, на самом деле, из-за кривости алгоритма, но все же огромное количество СМИ кричит на нас совершенно одинаковыми новостями, более того, написанными совершенно одинаково. Порошенко чихнул, чихнул Порошенко, президент Украины совершил чих. Вот вся креативность, которая может присутствовать у многих журналистов. Из-за этого у нас рождаются не самые лучшие случаи. Вот, например, симферопольские пожарные дали попам подержать свои шланги. Стоит ли эта новость вообще существования? Может быть, стоит для пожарных или попов, но все же мы могли бы обойтись без такой журналистики, согласитесь. Или вот, это очень хитрый и очень подлый заголовок. Потому что Чернобыль, вы уже рисуете себе каких-то грифонов или мантикор, которые вот там порхают и жрут людей. На самом деле нет, это разные существа, это волки и вороны. Но вот из-за того, что журналист вот так подло сформулировал заголовок, вы уже нарисовали себе эту историю, уже погрузились в нее, вам даже не нужно читать текст. Я упоминал, что я главный редактор интернет-журнала «Платформа», и мы пытаемся, у нас далеко не всегда получается, почти никогда нет, но мы пытаемся как-то вот из этого огромного новостного потока, который кричит на людей, Порошенко чихнул, чуть-чуть в сторону шагнуть и посмотреть на, в принципе, то же самое, на нашу удивительную жизнь на этой замечательной планете, но чуть-чуть сбоку. Вот прямо сейчас, прямо сейчас так выглядит стартовая страница наша, и черт с ней. Кстати, если у вас возник вопрос, да, мы Петры, моему супругу. Черт с ним. Вот приведу пример того, во что я искренне верю. Это инфотеймент. Вот информирование и развлечение. Как мне кажется, из-за этого грандиозного вала информации, который на нас отовсюду валится, нельзя просто вот так вот еще подкинуть лопату какой-то информации и сказать: это важно, жри. Вот, смотри, это куча информации, я ее создал для тебя. На читателей вот такие кучи валятся каждый день со всех сторон. Даже вот вы идете по улице, у вас в наушниках какая-то музыка, приходит уведомление, вы открываете, что-то читаете. Здесь наружная реклама, кто-то мимо проходит, разговаривает, доносится еще какой-то контент. Мы просто тонем в информации, а журналисты подкидывают и говорят: иди к нам, иди читай у нас. Но спасительное слово инфотеймент. Если вы заворачиваете важное в некую шалость, некую игривую обертку, в какую-то, ну, такую вот иронию, не знаю, небольшую игру, то это уже работает гораздо лучше. Я покажу несколько примеров этого. Вот, например, существует учебник истории Украины. Скорее всего, вы в курсе. И я думаю, что многие из вас его терпеть не могут. Ну, потому что историю у нас зачастую преподают очень паршиво. Это зубрение дат, без объяснения связи, без объяснения, почему эта дата важна. Вот я до сих пор помню после школы, что татаро-монголы взяли Киев в 1240 году зимой. Нафига? Ни разу в жизни мне эта информация не пригодится. Никто никогда не подошел и не сказал: и сейчас вы можете стать миллионером, только скажите, в каком же году? В 1240. Ни разу. Так вот, мы взяли учебник истории и попытались переложить его современным языком. Языком соцсетей, Фейсбука. Вот мы просто брали важные исторические события и фантазировали, как бы они могли... Сейчас мы либо все оглохнем,
либо выживем. Так вот, как бы они могли выглядеть в Фейсбуке? Это самый старт. Архантроп головный приходит и говорит: смотрите, нашел классное место, и ставит чекин. И это типа начало Украины. Вот первобытный человек к нам приперся. Блин, ничего не видно. Ну ладно, я буду тогда зачитывать. Вот пост этого самого первобытного человека, вот Флинстоун внезапно говорит: зовите в гости. Флинстоун, мультик, почему нет? То есть мы фантазировали о том, кто может комментировать, кто лайкать эти посты и тому подобное. Вот здесь, например, Евангелие какое-то историческое кто-то публикует и говорит: я поиграл со шрифтами, оцените. И все лайки там действительно... Или вот Геродот. Видите, грек Геродот, отец истории, который действительно бывал на территории Украины. Пишет постик о том, что сгонял в Украину, очень понравилось, купил себе магнитик на Парфенон. И обязательно напишу текстик «Топ-10 стран, чтобы изменить свою жизнь», там будет скифия. Комментарий от Дарья Великого, который говорит: а мне, знаете, я тоже сгонял в ту поездку, мне не понравилось. И почему мне не понравилось? Потому что он приходил сюда с завоевательским походом, и скифы ему наваляли. А дальше комментарий от Союза Сарматов, который интересуется классной землей, мы бы заглянули, наверное. Мы знаем из истории, что сарматы, в общем, вытеснили скифов отсюда. А вот здесь битва под Престечком, и издание «Козацкая правда» ведет оттуда прямой репортаж. А некая женщина несчастная комментирует, что, блин, это ж я только буряки там посопал, вы мне все вытопчете. То есть вот через такой инфотеймент, через шуточки и шалости мы вроде как рассказываем действительно историю Украины, потому что это все исторические факты, все исторические персонажи. Вот, например, помните, несколько лет назад был очень популярный, очень хороший флешмоб по Ice Bucket Challenge, когда все обливались ради добра. Ну, христианство Bucket Challenge сам Бог велел так сформулировать. Ленин говорит: «Go в Советский Союз, я создал». И так далее. Или вот это коммерческий проект наш. Ну, то есть мы зачастую с разными брендами создаем некий контент, за который они нам платят. Так мы зарабатываем и невероятно богатеем. Так вот, Nokia внезапно решила перевыпустить свою классическую модель Nokia 3310. И говорят: а давайте напомним людям, что существуют смс-ки, потому что все меньше и меньше смс отсылается, давайте напомним. И мы просто пофантазировали, как бы в литературе использовались смс-ки. Вот, например, полковник просит: напиши мне. Ему отвечают: нет, потому что Габриэль Гарсия Маркес полковнику никто не пишет. Или вот, а где? Все, мы заканчиваем. Все сломалось. Да. Ладно, я буду тогда тут стоять. Тут гораздо комфортнее. Нет, у нас действительно все сломалось. А, нет, здесь весенняя распродажа. Можно получить ByteFence Anti-Malware бесплатно. Да? Да, есть. Или вот... Значит... Акьела пишет: знаешь, малышка, что я делаю прямо сейчас? Представляю тебя голой. Ой, Петр Григорьевич, извините, промахнулся. Та-дам! Акьела промахнулся. Такой простой юморок, но почему бы и нет. Или вот на прошлый уже День Святого Валентина мы тоже делали такой проект. Как бы великие люди признавались в любви, исходя из их собственных занятий. Ну вот великий исследователь, аквалангист Жак-Ив Кусто говорил: я по тебе сохну, потому что он всегда мокрый был. Или вот Бонапарт: ты самое главное мое захопление, потому что он всех захопливал. Я как-то объясняю шутки и выгляжу как идиот, наверное. У моей таблицы не выстачало еще одного элемента – ТБР, метро Менделеев. Еще пример инфотеймента. Тарас Григорьевич Шевченко, высеченный в камне идол, пророк и тому подобное. Но на самом деле он же высечен в камне, потому что он был очень крутым. Это был невероятный персонаж, сложный, противоречивый, но именно поэтому он остался в истории. И мы решили представить, вот как бы он сейчас мог существовать в наших реалиях. Нашли партнера, точнее, они нас нашли сначала, а мы уже потом все придумали. Компания, которая выпускает ботов. Чат-боты вы наверняка знаете. Ты ему пишешь «придурок», он тебе отвечает «сам придурок», и у вас невероятно упоительный диалог. Так вот, мы решили представить, каким был бы чат-бот Тараса Шевченко. Это оказалось очень трудоемкой штукой, потому что тебе нужно представить, о чем вообще люди будут спрашивать. Незнакомые тебе люди будут спрашивать Тараса Шевченко. У нас получилось примерно 800
запросов, к которым мы вот привязывали ответы Тараса Шевченко. Самые разные. Там, например, «Як вырастити квітку?» И типа там ответ, что сначала родите его в таком-то селе, ну, Основьяненко, родите его в таком селе, потом взрослеете, отправьте в такую-то гимназию, и вот у вас квитка Основьяненко. И вот так самые идиотские вопросы, ответы. Все мы пытались предусмотреть, но, к сожалению, предусмотрели не все. Есть, вот здесь, к счастью, не видно, но я, к несчастью, озвучу. Константин Киселов, если ты здесь, Бог тебе судья, спрашивает у Тараса Григорьевича, в тебе чешутся яйца. Такой диалог мы не предусмотрели, к сожалению. И, наверное, сейчас будет небольшой блок о том, какие уроки мы извлекли из нашей вот этой журналистской деятельности, назовем это пафосно. Как мне кажется, очень важно, особенно для начинающих журналистов, не думать о том, что они журналисты. Потому что часто вот есть живой, острый ум, классно формулирует, но как только он начинает писать, начинает давлеть вот эта штука, что я же журналист, поэтому я сейчас сооружу таких бюрократизмов, что вы все охренеете от того, какой я публицист. И там будут сложнейшие предложения на 100 страниц, из которых ничего не понять. Вот мне однажды пришел текст, до сих пор не знаю от кого и о чем, хотя я исправно прочел. Тема письма пустая, тело письма пустое. Вот вложенный файл, который начинается так. «Якою котячою лапою вздовж обрію Олега Коцарєва хлопчик, який ніколи не виросте, не втратить ілюзорного зв'язку з вигадами оролами, довкола звичних речей крокує з бляшаним барабаном шоколадним містом, яке не має меж, відбиваючи ритм, притупує п'ятами, пританцьовує образи на чорній курці та синьо-синіх джинсах у джизі поруч з багатоголосими речами». Це перше предложення. Перше предложення тексту, яке одразу хватає вас і говорить, це грьобаний шедевр. Вот, я прочел вот это, и было утомительно, честно. Это второе предложение текста. Вот так не надо. Серьезно, короткие предложения — это не очень плохо. Иногда даже хорошо. Это черт с ним. Да. У меня есть пример, очень трагический, я его всегда рассказываю на всех лекциях. Однажды мне пришел текст от незнакомого мне журналиста, в котором была формулировка, это был репортаж какой-то, там была формулировка «тяжелая поступь Степана раздалась в коридоре, и он вступил в помещение». Так вот, здесь вы, может быть, обратили «друг в баре». Это такой мой ментальная такая формулировка для меня, как проверять тексты. Вот никто и никогда другу в баре не рассказывал увлекательную историю в формулировке «тяжелая поступь Степана раздалась в коридоре, он вступил в помещение». Вы просто скажете «Степан зашел». Вот как мне кажется, истории в журналистике нужно рассказывать так, как будто вы их пересказываете другу в баре. Ну, то есть вы никогда не будете употреблять канцеляризмы в разговоре с человеком. Вот так и нужно писать, выступать на радио или быть в телевизоре. Просто будьте живыми, интересными и рассказывайте классные истории. Не нужно канцеляризма ни в коем случае. Если вдруг кто-то действительно хочет там в журналистике продвигаться, то я всем советую книжку Норы Гааль. Это выдающийся переводчик 20 века, который, например, «Маленький принц» переводила. Нора Гааль — слово «живое и мертвое». Но там как раз о том, как избегать всякой дряни, которая паскудит наш язык. Все языки мира. Да, рассказывать истории. Что же у нас дальше на слайде? Интересно. Очень важно, мы уже выясняли, да, что журналистика — это в первую очередь узнать что-то и рассказать другим людям. Так вот очень важно формулировать это так, чтобы это были истории. Очень многие бренды или, не знаю, копирайт, ну кто угодно, страдает тем, что просто вот добавляет небольшую лопату информации в этот огромный новостной поток, который нас куда-то несет. Я недавно читал лекцию для благотворительных организаций, вот просто на этом примере им показал разницу между историей и не историей, как обычно бывает. Наверняка вы часто сталкивались где-то в ленте у себя, что фотография несчастного песика и написано «Помогите этому песику, ему негде жить, вот счет, куда перечислять деньги». Ну, бывает такое. Это может быть не песик, может быть котик, не к ночи будет помянут. Ненавижу котов. Может быть, еще что-то, но суть такая. Вот несчастное существо или событие плохое, вот счет.
А вот другой подход. Мы нашли это мохнатое чудо, когда оно сидело около гастронома и грустно смотрело на сосиски. Первые же минуты знакомства поняли две вещи. Этот песик обожает не только сосиски, но и когда ему чешут пузо. В приюте он первым делом, и вот так вот вы буквально в четырех предложениях уже создаете образ. Ты проникаешься симпатией к существу, которое не просто абстрактная строчка, он несчастный, у него оторвало лапку. А вы рассказываете историю про кого-то и таким образом располагаете читателя или зрителя или слушателя вот к этому несчастному существу и, уверяю вас, вот справа накидают больше денег, чем слева. А, это вам не нужно, наверное, или нужно? Ну да, у многих брендов, журналистов, изданий есть такая штука, как мне кажется, архаичная, это конкуренция друг с другом. Или вот, например, в музеях то же самое, или у театров. Они думают, нам нужно поставить спектакль лучше, чем у этого театра. Нам нужно показывать свои черепки и кувшинчики лучше, чем вот тот музей. Это все ерунда. Потому что потребитель сейчас совершенно не мыслит, что вот я хочу посмотреть на черепки, в какой же музей мне пойти? Вот там черепки показывают лучше. Музеи конкурируют с теми же театрами, с валянием на диване, с походом в кинотеатр. Просто с туплением в телефон, со сном, с чем угодно. И вам нужно быть не лучше конкурентом, а лучше всего на свете. Вам нужно умудриться каким-то образом выхватить человека из этого новостного потока, оторвать его от телефона. Или если вы в телефоне сидите, то наоборот, заставить его посмотреть телефон именно там, где вы. И вот каким-то образом привлечь его, причем за доли секунды. Вы все наверняка знаете про эти трехсекундные правила, что у вас есть буквально мгновение, чтобы привлечь внимание. Как вообще работает внимание? Вот исходя из каких-то исследований и нашего опыта, есть несколько штук, на которые в первую очередь обращают это самое внимание. Например, дизайн. Если вы в ленте где-то что-то листаете, первое, на что вы обратите внимание, зависит, конечно, от медиа, но вот в основном это заголовок и дизайн. Обычно заголовок главнее, но иногда наоборот, смотря какое медиа. Это сайт, великолепный сайт, давайте признаем это, который называется «Твой любимый Харьков». Этот скриншот сделан где-то 3-4 года назад. Я хочу обратить ваше внимание на ассортимент культурных событий города Харькова. Здесь так и написано. Культурная афиша событий Харькова. Это скриншот, который я сделал несколько дней назад. Февраль 2019-го. Город бурлит. Мой любимый Харьков все еще любимый. Это плохо. Это плохой пример. Вам не хочется находиться на этом сайте, он из 90-х, выкиньте его, пожалуйста. Другой пример. Это платформа, старая, правда, до редизайна, но все же. Однажды мы написали новость, основанную на научном исследовании, о том, что если утром вы с кем-то переспали, днем вы работаете лучше. Секс повышает вашу трудоспособность. Как зачастую поступают в этот момент, когда новость написана, дизайнеры или лид-редактор многих СМИ? Многих. К счастью, не всех, но очень многих. Он читает эту новость, заходит на фотобанк и там гуглит. Семья, кстати, что-нибудь такое. Ему выдает картинку, где счастливые люди, зачастую пара, обнимается с довольными рожами, сзади спаниель какой-то на них похотливо смотрит. И это все такое семейное счастье после секса, и сейчас они пойдут работать очень продуктивно. Ставится эта картинка. Привлечет ли это особое внимание? Не думаю. Просто потому, что так делают все годами. Есть другой подход. Когда вы просто рисуете крохотную гифку за полчаса, я вас уверяю, хороший дизайнер это делает быстро. Динозавры переспали, и он уходит на работу очень довольный и продуктивный. Или она. Не знаю, наверное, он. Еще пример. Недавно, то есть в прошлом году, собственно, осенью, в Киеве запустилась классная инициатива. Теперь можно сдавать каштаны на переработку, из них делают какие-то лекарства. Что вообще за лекарства из каштанов, непонятно, но такое есть. И это ж класс, ты можешь не просто бросать кому-то в голову, а еще и зарабатывать на этом огромные гривны. Вот так мы оформили эту новость, и это же здорово, да? Ну вот таблетки в виде каштанов уже привлекают внимание больше. Или вот новость о том, что некий психопат, больной на всю голову, хочет отправить в космос женщину, оплодотворить ее там, вернуть на Землю, подождать 9 месяцев, потом опять отправить наверх, и чтобы она там родила. Конечно, наверное, есть какие-то научные цели, но в основном ему прикольно родить первого неземлянина. Вот у нас все земляне, все, кого мы когда-либо
видели, знали и тому подобное, все земляне. Он хочет родить первого неземлянина, и вот, пожалуйста, оформление. Согласитесь, достаточно зрелищно. Еще один пример научного исследования, невероятно важного, о том, что есть пингвины неприятные, которые не хотят сами работать, трудоустраиваться, они клянчат еду и прочие предметы быта у родителей. И, конечно, нужно это оформить, что вот он приходит и клянчит деньги и еду. Еще пример, тоже недавняя новость. В Австралии странные люди, как мы все знаем, поэтому они раз в год выбирают птицу года. Вот, извините, мне не шататься, да? Или шататься? Птица года. В прошлом году победил голубь, который вечно ходит пьяный, потому что он жрет какие-то перебродившие ягоды. И, конечно же, культовая формулировка, ты меня уважаешь вообще, ну как не применить. Netflix, одна из главных компаний в сфере развлечений, наняли специалиста по интимным сценам. То есть теперь у них будет специальный дядька или тетка, я не помню уже, наверное, дядька, судя по картинке, который будет следить за тем, чтобы все проходило по правилам, никто никого не домогался, если и домогался, то по-любому. Вот, да, такое изображение. На день рождения Тараса Шевченко, мне кажется, каждый год, ну точно, вот пару раз такое было, можно было приехать в метро бесплатно, прочитав стишок. Я уверен, у каждого в голове есть архетипичная картина, когда ты на стульчике читаешь стих и ненавидишь весь этот гребаный мир. И вот мы так оформили. Вторая штука, да, мы уже обсуждали, заголовок – это очень важно. У вас есть буквально несколько мгновений, чтобы зацепить читателя, слушателя, зрителя, поэтому первая фраза должна быть убойной. Вот, например, такой. Я не буду читать. Это да. Вот, кстати, еще о работе дизайнера. Вам там не видно, к сожалению, но вот слева внизу картинка, на которой почему-то очень счастливые азиатские люди, азиатские девушки. Какого черта к этой новости? Непонятно, но да. Или вот, нет, это, да, это было, это тоже было. Ну, вот еще. И опять-таки фото, на котором все счастливы. Ну, вступил в ИГИЛ, ну и что? Все ж под рюмкой, нормально. Пушистая красавица-лисичка принесла людям улыбку, бешенство и смерть прямо в центре Ростова. И вот каждый, ну то есть у меня множество таких ошибок было, когда я делал очень важный там важное приложение к своей газете. Мы вылезали каждую букву, каждую черточку, а потом на первой же полосе с изумлением обнаружили формулировку «распрожа до платьев». И у всех такое бывает. Вот, например, справа внизу не обсуждаем сейчас там профессионализм и этичность этих журналистов, но все же, первый российский канал – это большая очень история. Туда нанимают за огромные деньги вроде как хороших спецов. И, пожалуйста, есть новость, которая звучит заглавлена. Светочка вообще-то в отпуске и не обязан придумывать заголовки, тем более для такой ерунды. Это мы тоже шалим. Есть, ну ладно, расскажу уж. Есть научное исследование о том, что у людей в процессе эволюции выработался очень своеобразный механизм. Вот если я сейчас отвернусь и повернусь, я сразу вижу лица. То есть, казалось бы, здесь огромное цветастое пятно, мозг сразу автоматически видит, где лицо человека. Вот у обезьян, у шимпанзе точно такое же, только у них есть еще сверхспособность, они точно так же ягодицы видят. Вот они оборачиваются и видят и лица, и ягодицы, потому что у них это как-то важно в социальной иерархии. Черт с ним. Да, вот хороший пример заголовка. Пожарные потушили горящий пердак в доме на улице Лермонтова. Это, если что, чердак. А сейчас я прошу всех людей старше 25 отвернуться, потому что вы меня иначе выгоните. Я, видимо, не очень властный человек, никто не отвернулся. В день города выберут самого рыжего. Это, кстати, свежая история. Белорусская газета «Гомельские вести», если я правильно помню, она называется. Да.
Еще несколько таких удивительных для меня открытий, потому что, опять-таки, я из печатной журналистики. Я привык, что журналистика — это вот когда газета или журнал. Ладно, уж позволим такую вольность. Но на самом деле хороший материал далеко не всегда выглядит как материал. Вот, например, помните, пару лет назад запретили у нас ВКонтакте и Одноклассники. И об этом написали вообще все. И мы тоже дернулись написать, ну потому что как же так? Такая супер новость. Наши читатели должны об этом знать. А потом мы вдруг осеклись, что наши читатели увидели об этом, ну просто кипятильник им сообщал об этом. Электрочайник кричал о том, что запретили ВКонтакте. И мы взяли и нарисовали очень быстро вот такую гифку, где радостный Цукерберг, владелец Фейсбука, радуется уходу конкурента. И это всем зашло. Ну то есть все такие ха-ха-ха. Цукерберг. Прикольно. Помните картинку, где в метро стишок читаешь и проходишь на день рождения Шевченко? Вот мы написали об этом новость, она нормально пошла, потом подумали, какого черта, мы же журналисты, давайте проведем невероятно научный журналистский эксперимент и сами спустимся в метро. Спустились, прошли стишок, нас пропустили. Это все снималось вот так вот на телефон и собрало нормальное количество просмотров. Еще один пример того, что журналистика — это не всегда то, что мы привыкли считать журналистикой. Ну, я, например. Есть такая Всемирная организация здравоохранения. Очень большая, мощная структура, которая занимается тем, чтобы мы все были здоровы. И вот они уже последние годы просто кричат о том, что есть проблема резистентности к антибиотикам. Все потому, что люди кретины. Когда ты заболел, ты начинаешь принимать антибиотики, которые ты, может быть, сам себе даже прописал, а не врач. И еще как только чувствуешь себя лучше, прекращаешь. Из-за этого всякие болячки выживают и становятся сильнее. У них точно так же, как у людей, вырабатывается иммунитет к этим лекарствам. Из-за этого болезни, которые мы, казалось бы, уже победили, вот типа там сифилиса, например, они снова будут смертельно опасны. Вот к нам в очередной раз пришли из Всемирной организации здравоохранения и говорят, давайте напишем об этом какой-нибудь текст. А мы говорим, ребята, мы же уже долгие годы сотрудничаем, и мы написали об этом кучу текстов. Мы действительно писали научные исследования, мы делали гибки с котиками, мы объясняли всеми возможными способами, и мы предложили достаточно дерзкую штуку, честь им и хвала, что они согласились. Мы им предложили написать рэп об этом. Мы нашли реальных врачей, прям очень крутых. Сори, что я на минутку. Крутых, там есть главный анестезиолог страны, например, которые оказались достаточно дерзкими тоже, чтобы прийти в студию, записать написанный нами текст, а потом еще и сняться в клипе. Вот как этот клип выглядит, давайте кусочек посмотрим. Это история про ты, кто бачит ваш внутренний свет в буквальном сенсе этого слова. Кто заходит в квартиру и машинально одягает бахилы. Джентльмен, кстати, очень смешной. Ему так понравилось, что он потом, после окончания съемки, ходил за нами и такой, слушайте, есть же много других в медицине проблем. Давайте про бронхит запишем, про сломанные ноги. Прям он наваливал просто как тупак. И у этого видео, давно не проверял, но там около 500 000 просмотров. Хотя на самом деле, оно рассказывает о том, что есть проблема резистентности антибиотиков.
Там абсолютно четко рассказана эта история. Может быть, вы видели правило друга, зазначит змею, там третье, антибиотики на вирус не диют и тому подобное. То есть мы рассказали важную историю, но вот в нестандартном формате. И это сработало. 500 000 это неплохо, согласитесь. Черт, теперь я никогда это не починю. Я починил это. Да. Ну, частично починил. Это хорошо, достаточно разошлось. Вот там, не знаю, какие-то 1+1 сделали сюжеты. Ой. Ага. Много каналов. Владимир Гройсман, премьер, запостил. Просто, ритмично, доступно и по справе. Вот какой похвалы мы удостоились от премьер-министра. Еще один пример того, как медиум, как форма высказывания, форма рассказанной истории влияет на ее успешность. На прошлый день независимости Суспильне и многие другие хорошие инициативы и люди запустили тоже, как мне кажется, грамотную штуку. На Западе есть такое правило, когда ты хочешь, когда встречаешь где-то на улице незнакомого ветерана и хочешь ему как-то высказать свое почтение, там есть такая сакральная формулировка «Thank you for your service» – «Спасибо за вашу службу». У нас тоже есть ветераны, но нет вот этой привычки просто показать, что, ну, что ты поддерживаешь, да, что ты благодарен. И вот появилась эта инициатива. «Завдяки тобі» она называется, выглядит так. Вот. Ты видишь ветерана, прикладываешь руку к сердцу. Об этом написали очень многие, потому что действительно вроде как важная штука. И мы тоже дернулись написать, и потом подумали, ну блин, описывать жест – это как-то странно. Ну вот, вот же мы можем сделать коротенькое видео, буквально минуту. Мы сделали это минутное видео, и оно разошлось, мы не ожидали, честно. Там 2,9 миллионов просмотров, и это только в Фейсбуке. И это, согласитесь, ну прям круто, тем более для нас. Мы маленькие, нишевые, не особо умеем с видео работать, но просто что пересказывать жест – это странно. Поэтому мы выбрали рассказать его через видео, и это сработало. Всегда думайте о том, как лучше донести вашу историю, в каком виде. Это может быть инфографика, картинка, видео или текст. Текст тоже прекрасно работает. Да, журналистика – это вообще уже гораздо больше, чем журналистика. Вот мы, опять-таки, небольшое нишевое издание. Нас всего сейчас 8 человек, будет скоро 12, уже есть фактически. То есть мы не то чтобы прям громадина и консорциум какой-то. Но даже нас зацепила вот эта трансформация, то, насколько быстро меняется наш мир и каким удивительным он становится. Вот даже сами посмотрите, вы приезжаете на бензозаправку, это бензин, но вы там можете купить что угодно. Вы заходите в банк и можете там выпить неплохой кофе. Как-то у нас все вот это смешивается сумасшедшим образом, и журналистику тоже это, конечно, цепляет. Может быть, кто-то из вас был в этом проекте, он называется «Парк коррупции». Суть в чем? Евросоюз обнаружил с удивлением, что в Украине есть коррупция. Они пришли к... Есть такая Ярослава Гресь, она позвала нас еще, мы все вместе встретились и подумали, а давайте сделаем какой-то проект, который будет нестандартно рассказывать о коррупции. Ну, потому что социальная реклама вообще странная вещь. Зачастую это освоение денег, когда ты говоришь очевидные вещи с серьезным лицом и забираешь здоровенный чек. Вот нам хотелось избежать этого. То есть сообщить людям, что коррупция – это плохо, как бы небольшой фокус. Люди знают, что коррупция – это плохо. Вот я приведу пример хорошей социальной рекламы. Мы все знаем, что нужно пристегиваться. И что гонять по встречке 200 км – это довольно плохо. Но при этом как-то мы все знаем это абстрактно немножко. Да? И многие не пристегиваются, хотя нужно. Как я начал пристегиваться? Я тоже был такой залихват, егегей, нет, со мной ничего не случится, пока не посмотрел одну рекламу, очень простую. Женщина на кухне возится с каким-то там блюдом, открывает шкафчик, достает крупу, насыпает что-то, выпрямляется, бьется головой об шкафчик. И написано, скорость 11 км в час. Представьте, что будет при таком же столкновении, но на 70. И ты вспоминаешь, что, блин, я же бился так головой. И если вот эта скорость 11, и мне было так больно, то на 70 я просто охренею, и давайте-ка я буду пристегиваться. Так что, да, социальная реклама бывает действенной. Я не берусь судить, получилось ли у нас, но мы попытались рассказать о коррупции нестандартными форматами. Например, ты заходишь, вот это все были такие огромные надувные 150-метровые конструкции, например, ты заходишь в первую из них, а там летает огромная куча денег. Ну, ты фактически можешь ее щупать,
но не можешь прикоснуться, потому что они исчезли. И там грандиозная сумма, которая все время увеличивается, увеличивается, что у нас украли. Или была, например, комната, самая популярная, пожалуй, спальня коррупционера, страшный сон коррупционера. Когда ты заходишь, и это спальня, ты ложишься на кровать, гаснет свет, и над тобой зажигается экран. Ну и вроде как по сюжету ты засыпаешь, и вот начинаешь видеть эти сны. Сны сначала прекрасные. Там ты богат, на какой-то яхте, тебе подают игристое вино, и все у тебя замечательно. Потом потихоньку какие-то неприятные звуки, потом внезапно наручники, и как-то вот все заканчивается кошмаром. И есть несколько там серий, когда ты просыпаешься как бы в ужасе от того, что все было сначала хорошо, и ты коррупционер, такой весь клевый, а потом тебя ловят, и все становится плохо. А в финале на тебя этот экран еще и падал, и останавливался там в полуметре от тебя. И это нестандартный способ рассказать историю о том, что коррупция — это плохо. Или, например, я не знаю, есть ли это? Да, есть. Это была комната коррупционера. Мы нашли все реальные факты. Мы не могли называть имена, потому что большинство судебных процессов над громкими коррупционными хищениями еще не закончены. Но мы знали, в общем, что им предъявляют. И человек мог зайти в эту комнату. Вот здесь внизу такие таблички цифровые. И там ему задавали вопрос, например, где здесь, в этой комнате, находится там, три больницы. Три больницы сельских, хороших, оснащенных. Он нажимал там что-нибудь, и если угадал, то, например, люстра начинала светиться и дребезжать. Потому что люстра в поместье, опять-таки, не могу называть имена, но это бывшего президента Украины, скажем так, Януковича. Стоило что-то около 600 тысяч евро, если я правильно помню. И вот так вот каждый предмет что-то означал. И мы его подавали через загадки. Или вот, да, тоже там какие-то факты о антикоррупционной деятельности в Украине через такие бульбы смешные. Или вот еще о журналистике. Может быть, даже, не знаю, в каких вы соцсетях, но в общем, в Фейсбуке одно время достаточно много шерили о том, что в метро какие-то люди в халатах, а там в парке Шевченко девушка спала на постели прям. И что вообще происходит? На пейзажной аллее люди на диване смотрели кино. Прям вот улица и что-то все такое. На контрактовый стол какие-то люди накрыли и ужинали там. Что-то в городе происходило странное. И тут я могу с гордостью стукнуть себя в грудь и сказать, что это мы. Потому что к нам пришли из магазина «Все свои», может быть, вы знаете, на Крещатике. Они открывали «Все свои» быт, дом, интерьер и тому подобное. И вот мы с ними вместе придумали такую интервенцию в город, чтобы показать, что, в общем-то, Киев — это город, где ты везде как дома. Поэтому ты можешь по метро шататься, как дебил, в пижамах. Ой, а видео? Видео есть? А можно на пару слайдов назад? Давайте. Там, где вот это. Как вы считаете? Вот, посмотрите на картину. Так. У нее как... вот есть элементы, там, где отсвечивает золотым таким цветом. Что означает этот цвет? Что он символизирует? Золотой? Я подозреваю, что плохой вкус наших коррупционеров. Но мы это закладывали. Ну вот если так посмотреть на картину, вот... Картина справа, вы имеете в виду? Или вообще все? Нет, не вообще. Ага. То тут как отсвечивает золотым. Что мы вкладывали исключительно плохой вкус коррупционеров. Ну потому что есть фотографии там поместья Пушонку и какого-то генпрокурора бывшего, где просто все золотое. Вот ты не можешь увидеть никакой другой цвет. Только золото, и это плохо. А почему вот именно золото? Потому что золото — это богатство, это пафос и плохой вкус. Вот мы пытались отобразить это в зале, который называется «Комната коррупционера», плохой вкус коррупционера. Мне запрещают вам дальше отвечать. Я человек подневольный. Не знаю, откроется ли. Нет. Да. Так. В общем, нет звука, без звука, конечно, оно не так смотрится, но все же. И вот, казалось бы, мы просто журналисты, да, мы должны, у нас интернет-журнал, мы должны лупить по клавишам, чтобы на сайте возникали какие-то текстики, но это тоже мы. И это очень увлекательно, трудоемко, но увлекательно. Да, вот какие-то люди будили нашу девушку и фотографировали с ней. Негодяи.
Так. Да. Мы, опять-таки, мы пытаемся. У нас далеко не всегда не получается, далеко не всегда получается, и в большинстве случаев не получается вот этот вот шажок в сторону, чтобы нестандартно посмотреть на какие-то вещи. Но все же мы пытаемся применять вот этот фильтр, больше так никто не сделает. Это очень интересная и простая штука. Журналистика вообще достаточно инерционная вещь. Вот ты сделал вчера текст, и точно так же тебе хочется его делать завтра. Ну, потому что почему бы и нет? Быть инерционным комфортно, делать то же самое изо дня в день, это привычно и легко. Но вот мы стараемся себя хватать и так, а давай попробуем придумать что-то другое, а давай хоть чуть-чуть покреативим. Это сложно, у нас опять-таки не получается зачастую, но мы пытаемся. Вот пара примеров. На Новый год мы сделали с Ощадбанком такой проект, где костюмы разных культурных символов или, можно сказать, мемов Украины. Там были, например, усы Павла Зиброва, был костюм ковра, костюм декоммунизации, безвизового режима и тому подобное. Ты мог просто загрузить свою фотографию, там, поднастроить немножко и оказаться в этом костюме. Вот не видно, но это я. Я молода вовчиця имени Олега Винника. Мне идет. Кто бы что ни говорил. И еще один проект тоже совсем свежий. Ощадбанк запускает... Короче, есть бесконтактная оплата. Когда вы телефоном платите, даже не карточкой, а телефоном, вообще сумасшествие. Nokia 3310 просто умирают на этом моменте. И есть единоборство. Вот классный рецепт, как придумывать нестандартные какие-то ходы, это пытаться соединить несоединимое. Значит, китайские восточные единоборства, бесконтактная оплата. Мы просто случайно подумали, что, блин, это же похоже, когда ты такой «Ха!» и платишь телефоном. И вот просто нарисовали кучу гифок, где вот эти приемы с телефоном в руках выполняются. И это многим понравилось, а многим нет. Или вот с ноутбуками мы придумали такой проект, где показывали, в каких позах люди работают. То есть, конечно, в идеале ты сидишь в роскошном кожаном кресле, перед тобой удобный стол и тому подобное, но нет. Зачастую это вот так, например. Поза называется тиранозавр, и я ее обожаю. А вот поза на минуточку, когда ты вспоминаешь, что тебе, эй, срочно реферат отправить же. И вот ты в шубе, как дегенерат абсолютный, собака уже валит кучу тебе под коврик и все такое, но ты на минуточку дорабатываешь. Это проект с Интертопом, компания производит тапки, и мы, обувь, извините, и мы просто обули украинские памятники. Тут важная ремарка, никому об этом не говорите, но все-таки, если у вас есть возможность какой-то ваш проект завернуть, там, условно, социальную составляющую, обязательно это делайте. Потому что так вы подстрахуетесь. Вас всегда и за что угодно могут обругать. Интернет создан для того, чтобы одни люди прикапывались к другим и ругали. Вот если у вас удастся хоть какую-то социальную подоплеку внедрить, обязательно это делайте. Здесь мы просто подстраховались тем, что мы не только обуваем памятники, там вот на Ярославе Мудром кроссовки какие-то модненькие, а мы еще и рассказываем о том, что для нас фон. Многие каждый день проходят мимо этого памятника и уже совершенно не задумываются, когда, кто его поставил и в честь кого. Вот мы просто рассказывали, когда, в честь кого и почему. Это нас подстраховало от обвинений в том, что мы просто ради коммерции взяли и напялили Тимберленды там, на Булгакова. Еще один проект. Помните, мы обсуждали, что Шевченко попал в учебники, потому что он крутой. И вот вспомните, в школе зачастую мы все ненавидели этих вонючих литераторов. Ну, потому что они какие-то выцвевшие картинки в учебниках и висят по стенам. И все это так далеко и скучно, и чуть-чуть уже устаревший язык и тому подобное. Но на самом деле, они же висят на этих пожелтевших картинках, потому что они крутые. Для своего времени, да и для нашего тоже зачастую, они создавали невероятные вещи. И мы пытались показать, как бы они выглядели сейчас. Вот, например, Леся Украинка. Она в шмотках, опять же, из магазина «Все свои», и выглядит достаточно здорово. Вот Микола Венграновский такой вообще, лихой. Михаил Старицкий, хипстер, прямо скажем. Володимир Сосюра. И согласитесь, вот так они уже не выглядят настолько отвратительными упырями, с которыми не хочется иметь ничего общего. И это, сейчас я подумаю, 20.06. Я просто не помню, что у меня дальше. У меня завтра лекция в Северодонецке, а послезавтра в Мариуполе, я их тоже сегодня делал. И они у меня все слились в одну суперлекцию на 8 часов. Но
Это очень разумная мысль. Да. Спасибо за совет. На этом мы заканчиваем. Ладно, давайте коротко. Мне очень в жизни повезло, я работал во всех возможных видах СМИ. Это большой издательский дом и газета, это независимый интернет-журнал, платформа сейчас, это телевидение и радио, да, например, «Аристократы» и еще там. «Аристократы» вообще удивительная история, которая, как мне кажется, здорово показывает то, насколько легко сейчас рассказывать истории большому количеству людей. Вот та самая прерогатива журналистики еще 20-30 лет назад пала, и сейчас любой может достучаться до всего мира. Вот эти ребята были профессиональными радиоведущими, что уже неплохо, и решили в определенный момент, года 4-3 назад, они создали нам свою интернет-радиостанцию. Все сказали, что это абсолютно идиотская идея, потому что в интернете денег нет. Кто будет вообще платить радио за то, чтобы там размещалась их реклама, и это в интернете, когда есть куча FM? Они рискнули, и все у них получилось. Все сработало отлично, сейчас это достаточно успешная радиостанция, у них свой фешенебельный офис возле цирка, ну, студия, и все у них здорово. Насчет низкого порога входа. Вот я никогда не работал на радио, никогда не учился на радиоведущего, но просто я знал пару этих ребят, вот они трое, собственно, изображены основатели, сооснователи, и один из них мне говорит: Юр, а попробуй. Ну вот ты же любишь разглагольствовать, ну просто попробуй. Я попробовал, это был, конечно, крах и конфуз, потому что я придумал такую передачу «Моя фамилия Марченко», а это такой юморок для меня одного, Кош Марченко. Типа ха-ха-ха. И вот, да, передача заключалась в том, что я звал разных именитых людей и разговаривал с ними о кошмарах, о жизненных конфузах, о том, как просто хотелось умереть, потому что тебе на ногу упала гиря, а ты должен бежать сейчас в марафон. И все деньги уплочены, а ты не бежишь, и как это обидно. Но через пару лет, согласитесь, у каждого есть такая история, ты уже вспоминаешь, прикинь, марафон, я все заплатил, и гиря на ногу. И ты уже ржешь сам, ну потому что, согласитесь, есть в этом некая злобная, но ирония. Вот такие вещи мы и обсуждали. Ко мне приходили разные люди, там Маша Ефросинина, Даша Астафьева, Олег Фагот, Михайлюта был первый эфир. Причем с ним, вот я... Качество, которое я в себе очень ценю, я не волнуюсь на публичных выступлениях или на эфирах. Мой секрет в этом плане очень прост. Я облажался, когда впервые выступал на большую аудиторию. И после этого, вот 600 человек смотрят, какой ты дебил, после этого вообще не страшно. Так вот, я прихожу на радио, я понимаю, что все, у меня впереди 2 часа эфира. Мой приятель Олег Михайлюта из ТНМК передо мной. И мы такие все расслабленные, попиваем какой-то бурбончик. И тут он говорит: слушай, ты молодец, ты вообще не волнуешься, вот я прям уважаю тебя. И в этот момент я думаю: твою мать, у меня 2 часа впереди, это ж 1000 людей будут слушать. В смысле я не волнуюсь? Я, конечно же, волнуюсь. И я недавно переслушивал самый первый свой эфир, и он, начало звучит примерно так. Хороший, очень грамотно, профессионально сделанный там джингл, там какой-то голос основателя радио Ярослава Ладыгина, который снял «Ворошиловград», он с хрипотцой говорит, и там типа: «Встречайте, Юрий Марченко!» И дальше... Да. Но потом как-то вырулили, и я к тому же напился, это здорово помогает. Так вот, о том, да, в каком удивительном мире мы живем, кстати, это радио, и его показывали по телевизору. Некоторое время Пятый канал зачем-то по ночам транслировал видеоканал «Радио Аристократы», ну, потому что поставить камеру и транслировать это в YouTube совершенно несложно. И вот бывший главред журнала Vogue Маша Цуканова узнала об этом, и главной ее задачей на все 2 часа эфира было ковыряться у меня в носу. Она считала, что это будет невероятно весело, если какая-нибудь женщина проснется ночью посмотреть Пятый канал, что там Порошенко творит, и тут вдруг ковыряются в носу. У нее получилось. Опять там, наверное, можно купить какую-то программу недорого. Нет? Да. Может, и не стоило. Я не помню, к чему я это вел. Наверное, к тому, что сейчас любой может вещать на любую аудиторию. Вот «Аристократы» — хороший пример. Просто несколько ребят скинулись, рискнули, и все у них получилось. Есть еще более дерзкие экземпляры. Например, Львовское радио «Сковорода», у них даже студии нет. Они купили чемоданчик с аппаратурой, они приходят в любое заведение, где есть Wi-Fi или с телефона подключаются, и вещают из этого чемодана на весь мир. Вообще класс.
И да, еще о том, насколько низкий порог входа сейчас в журналистику и в рассказывание историй. Однажды ко мне на эфир пришел мой хороший приятель Митя в гости. Он посидел в уголке, послушал, и вечером мы отправились там в гости к нашим друзьям, стоим у холодильника. Он говорит: слушай, как классно. Мне так понравилось. Вот я бы когда-нибудь попробовал. Конечно, никогда не попробую, но мне это нравится. Прошло 11 секунд, и мы придумали название, концепцию и всю передачу. Еще там через 5 минут мы написали на радио «Аристократ», и нам сказали: ну, звучит неплохо, давайте сделаем это. Концепция заключается в чем? У каждого из нас, ну, у многих, есть бывшие. И зачастую это редкостные твари. И вот мы, стоя у холодильника, подумали, было бы классно рассказать, какие они твари. Вот, то есть, передача заключается в том, что ты сидишь со слушателями, обсуждаешь, какие паршивые поступки совершали твои бывшие. Поэтому передача называлась «Групповой экс». Тут нет никакой похабщины, сразу объясняю. Групповой, потому что все вместе со слушателями, а экс, потому что бывшие. Групповой экс. Никаких двусмысленных толкований. И вот, значит, мы с Митей, который вообще никогда не подозревал о том, что такое будет, но холодильник сделал свое дело, мы выходим в эфир. И примерно за те же 11 секунд понимаем, что концепция передачи абсолютно паршивая. Потому что никому не хочется рассказывать о своих бывших. Они, конечно, твари зачастую, но, ну, блин, ну, хорошие же. И вот мы сидим, смотрим друг на друга и такие: ну, давай, рассказывай, какие у тебя были бывшие? А он мне говорит: ну, давай ты лучше расскажешь. И никто не звонит, чтобы рассказать. И мы полностью переделали всю передачу и начали посвящать отдельные выпуски разным аспектам любви. Там, например, какие-то сексуальные девиации, какие-то романтики, какие-то браку, которые совершенно меняются и трансформируются в наши времена. Вот с течением времени у нас появилась соведущая, потому что сами мы не тянули. Вон она надувная посередине примерно. Ее звали, зовут, почему звали, Марта Михайловна, в честь моей ученицы русского языка. И она здорово помогала. Вот передача, например, посвященная романтике. Простите, а вы не могли бы убрать курсор? Спасибо. Передача посвящена романтике. Мы купили игристого вина, купили розы и порвали их, кровожадно, свечи и тому подобное. Вели себя очень томно, разговаривали вальяжно, пока не выяснили, что видеотрансляция не идет, и мы просто, как беспросветные кретины, друг перед другом красуемся. Я упоминал, что работал во всех возможных видах СМИ. Тут мне повезло, но телевизор — это не так, чтобы прям сильно круто-круто. Я на громадском немножко вел, и мне уже это смутило, потому что, вот, кажется, ты выходишь такой весь глянцевый на экране, на тебя смотрит всю страна. Но, во-первых, это достаточно трудоемкая и долгая подготовка, а во-вторых, софиты. Ненавижу софиты. Это вот те огромные яркие фонари, которые хреначат тебе в лицо часами. Тебе очень жарко, но ты не можешь чесаться, потому что главное правило телевизора — ты не можешь трогать лицо во время эфира. И вот недавно у меня был эксперимент такой. Вечернее шоу с Юрием Марченко на Суспильном. Может быть, кто-то из вас знает такой формат Late Night Show, когда есть приглашенный гость, есть интервью с ним и некий интерактив. Вот там, не знаю, например, с министром молодежи и спорта Ждановым мы играли книжками. У меня была книжка про алкоголизм, и у него тоже какая-то такая. Играли в пинг-понг. А там, не знаю. Ага, кстати, я могу показать. В общем, я к чему. Если вы прям очень хотите на телевизор, попробуйте, но будьте готовы к тому, что это не очень весело. Вот, например, эту передачу мы снимали несколько выпусков за один присест. То есть я приходил там, условно, на 9, мы добивали сценарий. В 10 я садился под софиты, под камеры и вставал около 10 вечера. Потому что все время гости приходят, ты остаешься. Вам нужно записать несколько выпусков наперед. И все это так, не сильно увлекательно. Ну и плюс я просто, это не совсем мое. Да, справа внизу пишет мой приятель, блестящий белорусский журналист Антон Кашликов. Посмотрел вчера твой эфир с Мустафой и даже не блеванул. Это очень изысканный комплимент. Вот здесь есть такой действительно хороший музыкант Финк, британский. Это не он. Слушайте, а звук... Ладно. Да, Моршинск спонсирует наш сегодняшний лекторий.
Так вот, просто пример интерактива и всякое такое. Это Финк, достаточно популярный британский музыкант, у него там десятки миллионов просмотров на Ютубе, и мы придумали для него такой веселый интерактив, относительно веселый. Ты все? Нет? Он вечно в интервью ноет, что он не впервые в Украине, но не знает нашу страну, что у него просто не хватает времени ее узнать. Поэтому мы накупили всякого хлама украинского и предложили ему угадывать, для чего это. И он меня поразил, на самом деле, потому что в Украине беда с форматом Late Night Show. Оля Фреймут тоже пыталась, и у нее тоже не получилось, потому что мало гостей, которые готовы иронизировать над собой, которые готовы быть раскованными, веселыми, самоироничными и тому подобное. Вот Финк, как иностранец, просто... Он сам провел весь эфир, я только подкидывал ему какие-то вопросики. Так вот, мы ему даем украинские разные загадочные вещи, и он пытается угадать, что это. Ну, я все в аэропорте. Не можешь перебраться на гадость, чувак. А вы знаете, что это? Пельменница, да, это пельмени делать. Никто не знает, правда же? Я тоже не знал. На каком сайте ты по eBay став? Добре, це що, для прощення чого? Так, вишенька. Ви берете вишню. Вишню сюди. І ви витискаєте кісточку з вишні. І потім вона падає сюди, і ви їсте її без кісточки. Дуже подобається. А можна так сливкам? Інноваційні технології України. В минулому люди мислили логічніше. Я начинаю. Таке правило. І тепер... О! Еще о нюансах телевидения. Эта штука называется, не помню как, но это огромное бревно, из которого топчат острые-острые бритвы. И им вычесывали овец, что-то такое происходило, но это прям страшно кровожадная штука. И вот картинка неплохая, да? Сзади вид Киева, какой-то стол такой неплохой. Но внизу у меня на самом деле лежит огромный картонный ящик, в котором свален весь хлам на несколько передач. И в котором я рылся, просто вытаскивая эти артефакты разные. И в определенный момент, когда я полез за чем-то, напоролся на вот эти штыки и прям достаточно основательно разрезал руку. Мне после записи все сказали, у тебя столбняк, ты умрешь. Причем они как-то не сильно печально это сказали, я так типа с одобрением. Так вот, вот примерно 5 минут, что еще длилась запись, я старательно скрывал и там как-то размазывал кровь по столу, чтобы не показать, что «Эй, веселая передача!» И, значит, я уже внутренне напряжен, даю гитаристу эту штуку, всемирно известному, и первое, что он делает. Добро. Чем дальше, тем абстрактнейше. Апа. В этот момент я сидею, понимаю, что завтра у него слетает зал на 800 человек, что-то такое, и вот. Вау. Something about this. Правда? Очевидно, щоб вставляти туди щось. Це називається чесало. Чесало. Вот. Це називається чесало. Главное, ми вияснили. Так що, да. Телевидение може бути цікавим, але будьте готові к провалу.
вы мне возразите, что вот все эти штуки, которые я только что показывал, они вроде как уже заточены на шалость, уже там может быть что-то веселое, можно что-то придумать. С одной стороны, я соглашусь, а с другой, почти везде можно найти вот какой-то нестандартный ход, вот эту самую шалость. Например, это... А поднимите, пожалуйста, еще курсор. Да, сори, что я вас дергаю. Это сайт очень солидного британского археологического журнала с очень солидной и скучной статьей о том, что где-то там под Ноттингем раскопали средневековое кладбище, и там странные трупы. Они сожжены, и у них отрублены головы. Казалось бы. Британцы это делали, средневековые, чтобы избежать восстания мертвецов и не хотели, чтобы их все сожрали. Казалось бы, для украинского читателя, зрителя или слушателя здесь нет вообще ничего интересного. Ну какой-то там Ноттингем, какой-то средневековье, ну и ладно, что трупы. Но на самом деле здесь есть вот такой небольшой взгляд со стороны, который моментально приближает и дает понятный контекст для этой новости в любой точке мира. Это зомби-апокалипсис. Мы все знаем, что такое зомби, что мертвяки встают и пожирают всех. И вот если посмотреть на эту новость, а действительно, британцы боялись зомби. Просто тогда и слова такого не было. Но согласитесь, вот такой заголовок уже как бы приближает вас к этой истории. Она становится чуть-чуть понятнее и ближе, чем просто странное средневековое кладбище в Британии. Или вот, на философию всем плевать. К сожалению. Философия классная, кроме вот джентльмена. Философия классная вещь, дает нам понимание мира, но все же. Тема непростая, сложная и далекая от очень многих людей. Есть очень хорошая инициатива «Культурный проект». Они рассказывают о разных вещах, которые определяют нашу цивилизацию, и нашу, и восточную, и вообще всей цивилизации мира. Делают это здорово, всем рекомендую. Вот однажды, пару лет назад, они к нам пришли и говорят, у нас курс по философии, но что-то мало людей записывается. Всем плевать на философию, кроме джентльмена. Они так и сказали. И давайте что-то придумаем. Мы придумали несколько текстов, и вот я про них сейчас коротко расскажу. Например, мы устроили курс красоты среди философов, среди мыслителей. Вот тоже казалось, бред. Ну, то есть, мы соединили несоединимое. Конкурс красоты, который такой ода сексизму зачастую и каким-то архаичным воззрением. И мыслителей, которые вот смотрят вперед и вверх, вектор к развитию. Я мало когда видел такие ожесточенные споры, как под этим текстом. Люди просто рвали друг на друга, орали, какой Шопенгауэр, он урод, ты посмотри на Канта, вот я бы ему отдался прямо сейчас. А кто-то там «хочу детей от Камю» и все такое. Кстати, Камю, по-моему, и выиграл, 3-4% у него. В общем, просто нестандартный подход уже делает тему интересной, достаточно далекую от обывателей, давайте так сформулируем. Или вот, много философов, философские школы, у каждого свои воззрения, разные там какие-то ключевые нюансы. И мы пытались представить, как бы разные мыслители реагировали на одну и ту же вещь, чтобы через этот процесс выделить его ключевые мысли. Вот, например, Зигмунд Фрейд, это событие, им падает на ногу кирпич. Вот как бы разные мыслители реагировали на падение кирпича. Зигмунд Фрейд говорит, мой мир – это маленький островок боли, плавающий в океане пенисов, то есть равнодушие. Ну, потому что он все сводил к сексу, к интиму. Он считал, что людей определяют то, кого и как они хотят, и как этого добиваются. Дарвин, адепт эволюции, говорит, совершенно зря я отрастил эту ногу. Ну, потому что эволюция – это как раз про разные части тела и тому подобное. Григорий Сковорода, я пытался словить его, но не поймал. Все мы знаем этот блестящий мем. Жан-Поль Сартр, главное его произведение «Тошнота», и он говорит, кажется, меня сейчас стошнит. Еще в рамках этой штуки у нас был такой дурацкий проектик. Мы предлагали читателям тест, в котором нужно было угадать, это изречение Пауло Коэльо или великого мыслителя. Потому что зачастую без контекста, это о важности контекста, мы не понимаем, где чье и где заслуживает внимание, а где больше такая литературная жвачка. Вот пример из моей собственной практики. Я работал в газете «Коммерсант», и когда-то, много лет назад, у нас был такой смешной случай, который показывает о том, что шалость, иронию и самоиронию можно находить везде. Мы проиграли суд Альфа-банку, потому что написали, что там у них проблемы, и стоят очереди в отделениях. А есть такое понятие, как самосбывающийся прогноз. То есть, когда, например, газета настолько влиятельная, как «Коммерсант» пишет, что у какого-то банка проблемы, то у него начинаются проблемы. Потому что люди читают,
ага, там очереди в отделениях, все забирают деньги, пойду и я заберу. И там реально начинаются очереди, хотя их не было. Так вот, мы проиграли суд, и по закону мы должны были опубликовать на первой полосе опровержение и решение суда. Это плохо, это очень стыдно, очень-очень паршиво. Пришел главред и говорит, каждый главный редактор должен однажды в жизни выпустить собственное издание в одиночестве. Сегодня я это сделаю. Все убирайтесь. Он всех выгнал, и на следующий день все обнаружили вот такую первую полосу. Все остальные полосы вообще пустые, что, ну, немыслимо. То есть это прям вот какое-то супербунтарство, суперсобытие. Все остальные полосы пустые, на первой действительно опубликовано опровержение решения суда. Но фишка в том, что оно опубликовано вверх ногами. В законе не сказано, как именно нужно. Поэтому главред опубликовал вверх ногами, и, как мне кажется, он так здорово показал, что закон выполнен. Мы принимаем свое поражение, но мы не сдаемся. Мы продолжаем шалить, иронизировать и пошли все к черту. Вот журналисты и вообще многие часто заточены на эксклюзивы, на то, чтобы быть первыми, на то, чтобы первым поставить кому-то важную или неважную информацию. Там, не знаю, Майкл Джексон умер, и тот, кто зафиксировал это, должен первым об этом написать обязательно. Но на самом деле, Майкл Джексон умирает, некое информагентство узнает об этом в ту же секунду, публикует. Через 4 минуты это будет во всех СМИ мира. Эксклюзивы сейчас практически умерли в плане новостей, потому что просто это моментально перепечатывают. Очень сложно долго оставаться первым. И вот хороший пример того, как кто-то что-то узнал первым и опубликовал. Раз в пару лет в Венеции проходит биеннале. Это самое важное событие в мире современного искусства. И когда в 2014 году, после событий в Крыму, там открывается биеннале, есть российский павильон. Внезапно в нем обнаруживается, просто заходит куча людей в военной форме. И организаторы этого павильона, россияне, пытаются их выгнать. А те говорят, да что, мы просто зашли, мы купили форму вот здесь в военторге, и мы в отпуске, на каникулах, мы можем тут ходить. И они заполонили весь этот павильон. Это была совершенно очевидная отсылка к событиям в Крыму, когда там тоже говорили, что мы в отпуске, мы просто купили форму в военторге и тому подобное. Это весь мир сразу поставило на уши, потому что как Венеция, главное событие в мире искусства, и вот есть какой-то конфликт. Мне очень повезло, я увидел на фотографии, просто узнал девушку, Машу Куликовскую, художницу. Я ей написал, что типа, эй, это не ты случайно? Она такая, да, я. Я говорю, может, расскажешь, что происходит? Она мне дала очень короткое, быстрое интервью, мы его опубликовали, вот, собственно, оно. И это разошлось просто по всему миру. Потому что это уже нашумевшую историю рассказывала более подробно, с неожиданного ракурса. Оказалось, что да, это украинцы просто зашли и показали небольшое возмездие. Это BBC, Reuters, все это перепечатали, просто потому что нам удалось быть первыми. Но это скорее исключение. И всегда гнаться за эксклюзивом, за тем, чтобы быть в новостном потоке, вот, создавать эти инфоповоды, не стоит. Вот плохой пример. Леонид Черновецкий, может быть, помните, был такой очень своеобразный мэр в великолепном городе Киеве. И в прошлом, да, это в прошлом, кажется, году было, в Лас-Вегасе какой-то психопат устроил стрельбу. Пострадали очень много людей. И вот, значит, Леонид Черновецкий откликается на эту трагедию. «Будь прокляты убийцы, гореть им в аду, искренние соболезнования, а по ссылке вы можете прочитать мою новую книгу». И ссылка на книжку. Это просто беспросветный идиотизм. Вот так вот гнаться за инфоповодами ни в коем случае нельзя. Нужно думать. Простой совет, наверняка вы знаете. Если вам самому не интересно читать первые 3 абзаца своего или чужого текста, выбрасывайте его. Просто даже если дальше там, не знаю, лохнесское чудовище здоровается за руку с инопланетянами, все равно выбрасывайте. Первые 3 абзаца должны быть блестящими. Это точно пролистнем, потому что там матюки. Да. Перечитайте через сутки. Это очень здорово, или пересмотрите, или переслушайте. Очень здорово освежает впечатление. Зачастую ты думаешь, что, боже, это Пулитцеровская премия, это Нобелевская премия мира, я создал шедевр. На следующий день смотришь, что за идиот это вообще соорудил. Не ленитесь. Это вообще важный совет, который касается не только журналистики. У нас уже 1,5 часа. Есть еще время? Да? Да. Хорошо. Опять-таки, журналистика – инерционная штука, украинская очень ленива. И по себе я это чувствую, потому что я тоже очень ленивый. Пример того, как
человек не ленится. Этого парня зовут Эй-Джей Джейкобс, он редактор Нью-Йоркского Эсквайра, но гораздо интереснее, что он писатель, который ставит на себе постоянно большие жизненные эксперименты. Он написал уже 4 книги, из которых 3 создают такую своеобразную трилогию о разуме, душе и теле. «Разум» — это он прочел всю британскую энциклопедию, а это очень много книг, очень много. И написал о том, собственно, как он читал, как он прыгнул в эту сокровищницу знаний и вынырнул из нее. Второе — это о человеческом теле, называется «До смерти здоров». Он решил прожить год, следуя всем супермодным диетам, фитнес-практикам, каким-то массажам и прочему. Чуть не помер под конец, но книжку написал, она достаточно интересная. И третье, мое любимое, наверное, есть? Да. Называется «Год, прожитый по-библейски». Он взял Библию, прочел ее и выписал оттуда все правила, которые встретил. Вот все указания, все правила. Их около 800, если я правильно помню, чуть больше. И прожил год, следуя всем этим правилам. Эта книга написана была давно, и некоторые правила не очень совпадают с реальностью. Из этого возникали там какие-то совершенно упоительные сюжеты, потому что, например, ему нельзя было прикасаться к жене в ее, скажем так, особые дни. Ему нельзя было прикасаться к предметам, к которым прикасалась жена. Жену это, конечно, бесило, она ходила по дому и делала примерно вот так вот. Он ходил со своим стульчиком, чтобы сидеть только на нем и все такое. Еще одно правило гласило, что он должен обязательно найти голубку, вытащить из-под нее яйцо и, по-моему, вернуть обратно сразу же. И вот он по Нью-Йорку в таком виде, потому что правила ему предсказывали ходить именно так. В таком виде ходил и там... Извините, голубки не найдется. Да. Класс. Так что всем советую. Эй-Джей Джейкобс, «Год прожитый по-библейски» или любую другую книжку. А вот это журналистский эксперимент о том, как важен контекст. Это метро в Чикаго. Совершенно обычная станция. Слева плохо видно, к сожалению, но это дядька со скрипкой. Все ходят мимо, всем плевать. Через пару дней у этого дядьки был концерт в том же Чикаго, на который билеты стоили от 300, если я правильно помню, долларов. Был полный аншлаг, потому что это Джошуа Белл, лучший скрипач мира. Он играет на скрипке Страдивари, одной из самых дорогих мира, и играет сложнейшие произведения. То же самое на той же скрипке Страдивари он делает метро за пару дней до концерта. И всем плевать. Вот если людям рассказали, смотри, это тот самый, с той самой скрипкой, то они готовы выложить любые деньги, чтобы попасть. Но то же самое без контекста уже работает совершенно иначе. Это мой эксперимент. Давайте очень коротко. Минимальная зарплата в Украине составляла 1218 гривен. И я решил прожить месяц на эти деньги. 39 гривен в день на все. На еду, одежду, лекарства, на что угодно. Было очень сложно. Это мопс Агамемнон, у него был отдельный бюджет. Потому что иначе я бы здесь не стоял. Я весил 80 кило на старте, закончил 72 с чем-то было. Это было очень увлекательно, я писал об этом постоянно. И тоже за счет того, что это такой немножко нестандартный взгляд. Ну, то есть как легко поступить? Ты просто пишешь о том, что 1218 гривен – это мало. Государство – меняй. Чуть-чуть нестандартщины – это вот… А давайте я на себе покажу, насколько это мало. И пишешь уже об этом. С такого ракурса это гораздо более… круто работает, потому что меня за этот месяц просто каждый день я давал кому-то интервью на какие-то эфиры, и это потом обзывалось еще годами. И когда у телевизоров заканчивается сюжет, они обязательно вспоминают, что вот был же какой-то придурок, который прожил месяц, давай его позовем. И я уже искренне им говорю, что вот смотрите, мы с вами уже делали это, вы уже задавали эти вопросы, вы точно так же монтировали. Все равно. Вот так я обычно питался, это пшенная крупа. Вот она. Да, иногда можно было... поесть мяско. Это под конец месяца, когда я уже понял, что, в принципе, выгребаю, хотя были идиотские траты, там я чужой зонтик сломал, и приходилось идти по всему городу искать самый дешевый зонт в мире, чтобы вернуть другой. Но под конец месяца я узнал, что есть кришнаиты в Киеве, и что они по воскресеньям кормят бесплатно. Я, конечно, пошел туда, разинул пасть, и просто мне заливали все внутрь. Нужно было не только питаться, но и одежду покупать, поэтому на секонде вот такую шубу я себе присмотрел за 40 гривен. До сих пор жалею, что не купил, потому что она абсолютно сутенерская, и там внутри была вышивка в виде лам, но 40 гривен — это мне день ничего не есть, поэтому я купил вот такой плащ за 10. У него потом обнаружилось пятно огромное на локте, я его выводил за 250.
Да, этот текст мне очень здорово показал. Ну, во-первых, он показал, что это реально маленькая сумма, что жить недолго, но можно. И еще, что в интернете, что бы ты ни делал, если это хоть немножко заметно, вас будут ненавидеть. Абсолютно точно. Я везде оговаривал, что для меня это эксперимент, что я хочу показать, что это мало, что я ни в коем случае там ни на что не претендую. Все равно приходили в комментарии и говорили, ты тварь, ты издеваешься над нашими пенсионерами, чтоб ты сдох. Я и так чуть не сдох, но... Вот еще один эксперимент относительно недавний. Это я пошел на ЦОПЕРу и позанимался с прима-балериной балетом. Я всегда считал, что это достаточно легко, я там в теннис поигрываю, что-то такое. Казалось бы, ну что там, подрыгать ногами. Самые унизительные полтора часа в моей жизни. Было очень тяжело, но все-таки я написал об этом текстик, и он тоже всех неплохо пошел, потому что, опять же, чуть-чуть взгляд со стороны. Не просто ты пишешь о балете, а применяешь на себе. Мариам Наем, моя приятельница, тоже любит журналистские эксперименты. И она из Афганистана родом, она этническая пуштунка, но ходит обычно в светской одежде абсолютно, в европейской. Вот она решила проверить, что будет, если она походит в хиджабе, ну, в платке по Киеву. Мы переживали, в общем-то, и обсуждали, что же делать, если будут какие-то нюансы. Но это самый добрый текст, который я вообще читал в мире. Оказалось, в Киеве все страшно дружелюбные. И как она не боялась, ну там просто ей место уступали, ей говорили на английском языке все. В кафе она, когда заказывала глинтвейн, официант подходил и говорил, слушайте, я страшно извиняюсь, это, наверное, моя вина, я не предупредил сразу, но здесь есть алкоголь, вам же, наверное, нельзя, пожалуйста, простите. Да не, все нормально. Ну, то есть прямо Киев оказался, во всяком случае, в этом эксперименте, 10 дней она, по-моему, да, ходила, очень хорошим городом. Это пропустим. Это тоже. Чего опасаться? Да. Давайте чуть позже, потому что мне предупредили 10 минут. Нет, ее воспринимали как иностранку, поэтому пытались о ней заботиться. Без платка ее воспринимали как обычную украинку. А так ее пытались оберегать, холить или лелеять. А вы можете загуглить, оправдать одежды, вам выпадет этот текст, вы прочтете. Так вот, в журналистике очень тяжело то, что все хотят, чтобы вы про них написали, сняли сюжет или рассказали по радио. Это вообще худшее, что журналист слышит и очень часто. А давайте вы про нас напишите. А это моя сегодняшняя почта, и, к сожалению, не видно, но вот это все примерно за сегодня, и прочитано 2-3 письма. Я не читаю письма, вроде на Подоле подадут лучшую чашку кофе в невзрачном заведении под названием «Бычка». Зачем мне это? Я подписан на огромное количество рассылок, на которые я не подписывался. Просто все пиарщики считают, что вам обязательно нужна их новость. И если вы журналист, вы утонете в количестве сообщений. Вот просто будьте к этому готовы. Например, «Он де Трё» — 3000 евро за ваши губки. Мы пишем об инновации и культуре. У меня и губок-то особо нет, но приходит. Новые образы Димы Калиденко в неожиданной фотосессии. Это ни одно письмо не прочитано от Ассоциации свинарей Украины. Я несколько раз просил их отподписать меня, расписать, удалить. Не работает. Это Ассоциация рыболовов Украины. И они каким-то образом добыли почту всех членов редакции и шлют нам все-все. Ну, то есть вот периодически ты сидишь, и кто-то начинает хихикать, потом еще кто-то подключается, ты уже понимаешь. Либо свинари, либо рыболовы. И однажды это даже у них сработало. Они прислали настолько идиотский пресс-релиз, что мы прям просто пересказали его в журналистском тексте. Сотни людей протянули рыбе руки помощи. Просто сама эта картина, представьте, как рыба высовывается, и ты ей руку помощи протягиваешь. У нее нет рук, нахрена. Наверное, самый важный посыл, который я хочу, чтобы здесь прозвучал, не доверяйте журналистике, не доверяйте журналистам. По нескольким причинам. Во-первых, мы бываем идиотами. Ленивыми идиотами. А во-вторых, многие журналисты, на самом деле не журналисты, а пропагандисты, и они врут. Поэтому обязательно проверяйте. Вот, например, одна и та же новость. В Омской области на охоте застрелили бизнесмена, приняв за козу. Здесь приняв за кабана, здесь приняв за глухаря, за тетерева и за лису. Одна и та же новость. Просто вот журналисты бывают такими. Это нужно принять и проверять. Покажу на нашем примере. Мы когда-то выпустили, такую, тоже попытались смешать несмешиваемое, взяли татуировки
и украинскую литературу. Ну, то есть мы взяли некие ключевые фразы, например, «Як умру, то поховайте», и отдали их татуировщикам, профессиональным татуировщикам, чтобы те нарисовали эскизы. А потом превратили это в перебивачки. Знаете, да? Когда прислоняешь, мочишь водой, снимаешь, остается картинка на пару дней. Вот это, например, череп и кобзар «Як умру, то поховайте». Это Светло Выхман, это Наспимав из «Сковорода», который улетает куда-то прочь. Это парубок моторный, Татаревский. Они стали достаточно популярными, мы их продали уже несколько десятков тысяч штук и продавали в том числе на, на книжном арсенале. Большая литературная ярмарка проходит в Мастерском арсенале. Прям круто-круто. И вот мы там их продаем, и, например, Макс Нефедов, такой замминистра важный, сделал себе. Это мы до сих пор не знаем, что это за часть тела, но есть у нас ряд догадок. Это учительница литературы. Ей так понравилось, что она купила несколько пачек и отвезла к себе на урок литературы и сделала вот такое. А это Аня Завальская, ну, там, певица и культурный деятель. Вот она подошла к нам, сделала себе эту перебивачку и написала в свой Инстаграм, что «Эй, смотрите-ка, я сделала себе литературную перебивачку от интернет-журнала «Платформа». С изумлением, через пару дней она обнаруживает, что в интернете полно новостей про нее, вот таких. Экс-Алиби, это ее группа так называлась, Алиби, Завальская сделала патриотическую татуировку. Здесь нет слова «перебивачка». И еще в десятках сайтов, которые все это перепечатали, тоже нет. Просто кто-то, журналист вот такой, срочно, контент. А другой точно так же на другом издании, они написали контент и себе, и вот так оно размножилось просто как вирус. И до сих пор ей в интервью регулярно задают вопрос, когда же следующая татуировка, Анна? А у нее нет татуировок. Так что, да, не доверяйте, обязательно проверяйте. Тем более в современном цифровом мире это очень легко. С одной стороны, у нас вал информации, с другой мы можем прям к источнику подключиться и найти человека, с которым это случилось. Что хорошего в журналистике? Во-первых, путешествия. За последние полтора года благодаря журналистике я побывал в Тбилиси, Ереване, Китае и Гонконге. Ну, там, да, рядом. Во-вторых, фуршеты, конечно же. Что не помешает, если вы хотите быть журналистом? Любознательность обязательно. Вам нужно быть любознательным, нужно интересоваться тем, что происходит вокруг. Стрессоустойчивость, потому что, опять же, вас будут ругать, вы будете ошибаться, будут ругать еще сильнее, будете делать идеально, все равно найдут к чему придолбаться. Честность, у меня там вопросик поставлен, ну, потому что мы понимаем, что в современном мире журналисту не обязательно быть честным, чтобы быть успешным. Но давайте примем как правило, что мы все хорошие люди и хотим построить нормальную страну, поэтому честность нужна. И умение рассказывать истории в разных форматах. Сейчас очень популярное слово storytelling. Наверняка вы его знаете, и это тоже пригодится. И, конечно, самообучение. Я вот последние пару дней через приложение Duolingo, такая веселая штука, учу испанский язык, я страшно доволен. Я теперь вот, дайте мне испанца, я ему скажу, что я мальчик, девочка ест яблоко, мужчина пьет молоко. Мы построим великолепную беседу, и это всего за пару дней. Так что да, Курсера, огромное количество онлайн-курсов. Это все вот сайты, на которых собраны сотни и тысячи онлайн-курсов. Если не хотите на английском, Prometheus или Adera, это украинский русский. И напоследок, я уже вот последние три слайда. Можно? Да? Начинали мы с того, почему журналистика важна, почему медиа, почему рассказывать истории — это круто. А сейчас... А сейчас о том, почему вообще язык — это так круто и так важно. Слева генерал Дуглас МакАртур. Это человек, который управлял Японией после Второй мировой войны. Когда Япония проиграла войну, американский экспедиционный корпус контролировал Японию, и вот он им управлял. Справа император Хирохито, правитель той Японии. После войны многие говорили о том, что Хирохито стоит казнить, потому что он для Гитлера, он какашка. Генерал, это цитата. Нет. Генерал Дуглас МакАртур был против. Он предложил такое решение. Давайте мы просто низведем Хирохито до уровня обычного чиновника. Потому что издревле в Японии император — это не человек. Это божество, спустившееся на землю, чтобы править простыми смертными. Это наследник богини Аматерасу. И вот МакАртур предложил, давайте сделаем его обычным бюрократом, обычным чиновником. Пусть он напишет отречение от своей божественной сущности. Хирохито посмотрел на петлю, посмотрел на листик бумаги и подумал,
Напишу. И издал так называемый рескрипт о человеческой природе. Это документ, в котором действительно утверждается, что он отрекается от своей божественной сущности. Вот если прогнать через Google Translate какой-то 45-го года, там все так и будет. Нюанс в том, что в японском языке настолько много тонкостей, настолько он многозначный и изящный, что император смог подобрать именно те слова, которые означали, что он ни от чего не отрекается. То есть для американцев выглядело так, что да, он вот там больше не арахигатами. Но каждый японец знал, что арахигатами это ерунда. Вот если бы он написал акицумиками, тогда да. Более того, Хирохита еще и так немножко выкабенился напоследок. Он закончил этот рескрипт словами императорской клятвы Мэйдзи 19 века, которая для каждого японца символизирует демократию, свободу Японии, то, что она демократическая страна. А американцы, собственно, много говорили о том, что вам не нужен император, вам нужна демократия, и давайте-ка полностью все поменяем. И тут, значит, император вроде как отрекается, но не отрекается, еще и заканчивает словами, которые для каждого японца значат: нам никто не нужен, мы уже 100 лет как демократическая держава. Все это случилось благодаря языку. Так что любите язык, пишите, рассказывайте, вещайте и будьте счастливы. Спасибо.